Шалом, меня зовут Роджер Финч. Я имею привилегию быть одним из спикеров в этом году на Одесском ретрите. Я пользуюсь такой возможностью последние 7 лет. И всегда это было чудесным временем общения, замечательным прославлением и учением. Также молитва и высвобождение благословения являются важной частью этого времени пребывания вместе. Я уверен, что этот год будет также огромным благословением. Я бы хотел пригласить вас и ободряю вас приехать и присоединиться к нам на ретрите в этом году с 1 по 3 мая в Одессе. Это также возможность для пастырей и лидеров, чтобы встретиться для общения и молитвы. Ожидаю встречи с вами и желаю поделиться тем, что Господь приготовил для вас. Приезжайте и присоединяйтесь к нам.